Правительство России выделит Северной Осетии более 100 миллионов рублей на ежемесячные выплаты классным руководителям. Всего на эту меру поддержки в текущем году субъектам направят почти 25 миллиардов рублей. Решение о выплатах принято по поручению президента России Владимира Путина. Величина вознаграждения составит 5000 рублей в месяц. При этом за педагогами сохранятся ранее установленные региональные компенсации. Надбавка поддержит классных руководителей и учителей, готовых принять на себя дополнительную нагрузку.